Мы направляемся на север острова. Да, Новый Девон. Там жили основатели Либерталии. И туда Раиф забрал твоего брата. Сокровища где-то там. Надо только спасти Сэма, пока они их не нашли. Привет, мы продолжаем проходить Uncharted 4. Блин, у меня после этой игры, то есть настолько сильные впечатления, как вот после прочтения хорошей книги, не знаю, если ты меня понимаешь, то есть даже не после похода в кинотеатр и просмотра какого-нибудь хорошего фильма, а вот именно после прочтения какой-нибудь книги, и они у меня вот, ну, после того, как я вот, обычно вот когда я читаю или вот читал раньше вот книги чаще, чем сейчас, у меня ощущения были, блин, очень яркие, вот просто вот ярче, чем какое-нибудь хорошее кино, и с этой игрой это, блин, это просто вот что-то невообразимое. Ой, слов нет. Ладно, пошли дальше. 20-я серия и 17-я глава «В горе и радости». Что мы узнали, конечно, это вообще замечательно. Так. Смотри. Вон там. Я одолжила его у наемников. Ты скатилась с самого верха? Да, так было быстрее. Нам осталось придумать, как забраться обратно. Ну, мы это видим, как забраться. Подожди. Нет, тут лестница, подсади. Так, дай мне. Так что сейчас я записываю не то чтобы подряд, но на следующий день. Но если сокровища есть, они где-то там, наверное. Так, ничего там не лежит. В общем, о чем я говорил, вчера я был под такими сильными впечатлениями, что я еще не приступал к монтажу предыдущих двух записанных серий и решил сесть сразу вот за следующую. Так, опять у меня раскладка. А что у меня здесь? Да, сейчас. Да, с Еленой подниматься дольше. Прохождения с женой начались. И давно ты? На острове? Пару часов. Видела кого-то? Да, с воздуха. Впечатляет, да? Да я ее толком не разглядела. Так. Занята была, искала тебя. Да. Че, это у нас монгольская ваза в форме конуса. За 50 сокровищ нам дадут ачивочку. Я недавно посмотрел, сколько у нас сокровищ-то. А собрано он... как это произошло? Почему я переместился сюда? А, все нормально. Все нормально, обращение, все нормально. Вот собрано у нас 47 сокровищ. Так что хотя бы 50-ку надо. Я не понимаю, почему не дало ачивку за 5 сокровищ. Там вроде есть ачивка. Но, может, надо было 5 подряд. Так. Извиняюсь, опять занимаюсь фигней какой-то. Слушай. Я ничего не вижу. Блестящего. Ты видишь, Елена? Хотя ее, наверное, сокровища не интересует. Вообще надо было в другое место. А, ну, да пошли сюда, ладно. Ачивочка моя. А, шуткую я. Ого. Это что, лифт? Похоже на то. Честное слово, Эвери нанял лучших инженеров той эпохи. Видимо, так он переправлял грузы вверх по реке. Офигенно. Да, скорее всего. Вот джиниас. А нам действительно туда? Подожди, сейчас выйду на сюжет. Сейчас я обрежу, если что. Короче, там ничего нет. Просто можно сбегать и с другой стороны, и все. А, да я забыл кнопку. Отлично. А она как забралась? У нее тоже что-то есть, наверное. Вот и машина. Только надо забраться. Ну, что думаешь? Куда? Давай осмотримся. Давай, последуй твоему примеру.
Чего у вас вода такая серая? А, ну, в принципе, мы к лифту спустили. Нет. Окей. А что это? Ладно, неважно. Так. Вот, блин, хочется бежать вперед, но я боюсь, тут что... должно что-то быть. Не то, что боюсь, а просто... не хочется упускать чего-то. Поэтому обычно у меня первое прохождение, оно всегда затягивается. О, смотри-ка, отсюда надо лезть. Чё тут, как? По подсидке, как тут это... как тут этого? Слишком высоко. Ищем другой путь. Может, это двигается? Иди сюда. О, я туда хотел, но я думал, что мы вернемся назад. Нашел. Могу вот тебя подсадить. Вот это я ориентируюсь. Осторожно. О. Может, есть другой путь наверх? Эй, я вижу тропу. Тоже что-то вижу. Дай, ныряй. Ладно, не надо нырять. Так, она видит тропу. Вон там можно пройти. Поищи там что-нибудь, а? Там? Ага. Вон там это где? Вон там это понятия разные. Ага. Опять, короче, ящик все решил. Спасибо. Ага. Спасибо, да. О, смотри, как здорово. Давай, иди сюда. Ну, как он, какой он меткий. А мы допрыгнем. О! Ни хрена, далеко. У. О! А подожди, сюда? А, не... о. Ну да. Блин, ему нужны это, двойные, как в Rise of the Tomb Raider. А чё, нельзя в прыжке-то? Отцепля... а, подожди. Понятно, у него нет таких способностей просто. Ну ладно. Да! Ой. Сейчас, что-то у нас не сработало. Новый и паркур. Неплохо, да? Лена, не пугай нас так. Молодец, Мэг. Взял и разрубил девушку. Дебил. Что? Что ты сделал? Я не расслышал. А, потом послушаем. Давай, я буду ждать там. Да на какую кнопку? О! Это был... да нет, сокровища! Ну что ж ты будешь делать-то? Нас лишили находки. Я в порядке? Вроде. Вроде. Все под контролем. Ух ты. Постарайся как-нибудь забраться. Так, а второй раз мы не прыгаем. Ладно. Вот это он съехал, конечно. Вот теперь ищи это сокровище. Вы специально, да? Нейт, ты сможешь оттуда выбраться? Кажется, это тупик. Ну, может, лифт еще работает? Вряд ли. Ему 300 лет. Он сгнил весь, наверное. Он, скорее всего, даже... не... ладно. Спасибо, Леныч. А, подожди, наверное. Нет, вниз. С... а. То, что он до сих пор работает, это... это любовь, это сила любви. Я отвечаю. Увидимся наверху.
А сокровищ? Опа. Ха-ха, как интересно. Так. Тут два пути у нас. Зачем и нахрена? Дай мне посмотреть. А, нет, туда я не смогу. Или да. Блин. Ну, давай в дальний, что ли? О! Парни, есть закурить? Ага, но все промокло насквозь. Внезапно пришлось искупаться. Да, черт! Твою! Вали, гады! У тебя нет шансов! Да, у тебя голова, что ли, из стали? Тут совсем... Блин. Все, девушки, блин, охренеть. Подраться. Круто, дорогая! Круто, дорогая. Ой, да, с пистолетом очень удобно прыгать. О, все что ли? Давай его полутаем. Смотрите, научил лутать сейчас. И в какой стороне машины? Рафика. Ее будет проще найти сверху. Да, хорошая мысль. Он тут, то есть, с двух сторон можно было это. И все. Так, на Ctrl, короче, начинает идти и бегать. Так, вон там было наше сокровище. Я по сокровищу. Я уже про него успел забыть, блин, смотри. Е, 48-е. Монгольская шкатулка на петлях. Все монгольское здесь. Итак. А я напоминаю, что нам два сокровища надо. Нейт? Ты давай это самое. Механизм приводится в действие за счет водяного колеса. Весьма недурственно для кучки пиратов. Смышленые. Чё? Ты бы видела, что он понастроил в Шотландии. Там такое... Стоп, стоп. Ты в Шотландии побывал? Ну, а да, чё я... нет? Я, видишь ли, последнее место, которое Эвери... Расслабься. Салли мне уже рассказал. Ну да. Лена, ты не прикидывайся, слышь? А, да, чё? По крайней мере, я... По крайней мере, я больше не вру. А ты чё, прав... Чё ты оправдываешься-то? Так. Я! Ух ты, я не ожидал, что он допрыгнет. Я прикалывался просто на самом деле. Ну, зато хоть лишние калории сбросим, да? Да ей нечего сбрасывать. Подожди. Я тут не был. Все, спасибо, побывал, ничего интересного. Четко. Девушка, не пережжешь, ну чё ты такой? Так. Уа! Смотри, наемники. Нашли твою машину. Строго говоря, это их машина. Так давай ее снова заберем. Думаешь, она с Дрейком? Наверное. О, какие красивые статуи. Будет вечеринка. Смотрите в оба, парни. Позажигаем? Кто хочет позажигать? Тихо. Погоди. Я дурака валяю немножко. Блин, это удача века. Никого нет. Это удача века просто. Я не знал, что он так далеко укатится. Что он так далеко и так укатится. Давай сюда, что ли, встанем. Фух. А может, не вообще туда надо? Хотя тут и более защищен, наверное. Леныч. Ладно, давай здесь. Да ты... А, и не туда жал еще. Нормаль.
Нормуль, нормально. Так почему у вас нет бочек там? Не вижу, по крайней мере. Блин, снайпера надо сперва. Но, с другой стороны, конечно, там эти. Я бы сделал бум. Но тогда будет сильный бум. И будет очень шумно. Так, Лена, мне вот... А, она ушла вообще оттуда. Так. Да ё, я уже хотел. Ну давай, решайся. Хэдшот! Это не совсем. Да, Лена, голова твоя. Два уха. Да ё. Снайпер, я вижу. Ух ты. Не-не-не, уйди оттуда. Уйди, присядь. Да... 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 Там чего не было, кустов, что ли? Снайпер был снять, да, сначала. Только далеко мне не снайперка. О, отлично. Ух. Так, я к Лене. Не знаю, насколько это глупая идея. Нет, я дальше. Ой. Извиняюсь, не умею играть. Фу. Да. Там кто-то? Нет. Да! Лена! А, было опасно. Да еще. А, это... Да? Нет. Эти, Леныч, в беде. Смени ты... Ладно, не надо. Ух ты! Не-не-не-не-не, граната внизу! Да, а, я без гранат! Да ё, да что ж ты будешь делать-то? Бросай, бросай. Будет бум. Ладно. Я думал, что он отрежет нам. О, тут Лена уже. Мне нравится, как он. Куда? Ё-моё! Ты откуда? Не мешай! Блин. Мешалычи. О, машина! Может, угоним? Лена! Лена, едем! Я села, жми! Блин, да что ж такое-то? Так. А куда ехать-то? Вниз по... Нет, туда, подарку, ты чё? Уа! Нормально. Не, ну... А чё с ним сражаться-то? Так, не под водопад. У меня вопрос. Зачем ты у Адлера сокровища Эвари? Деньги-то ему явно не нужны. Ему нужна слава. Он не хочет, чтобы его считали просто богатым наследничком. Он точно не отступится. О. Рейф и Шорлайн созданы друг для друга. Ему нужны солдаты, им его деньги. Разве? По-моему, они и так не бедствуют. Шорлайн так. Ввязалась в пару Думаю. Гражданских войн с неудачным исходом. Отец Надин чуть не разорил компанию. Классный. Ой, извиняюсь. Она, видимо, надеется, что теперь о них снова заговорят. Нормально, голос даже не изменился, пока мы резались. Это... Конечно. Так, я понимаю, как в первых частях они на этом, на водном-то. Но на тачке это совсем другое дело. Так, куда... Куда едем? О, сокровище! Сокровище!
Вот тут эти нет, это не сокровище, это... Это, блин, свет, это солнце. Так, окей. Сломанная дорога. Вроде едем правильно. Да, о, Си. Что скажет? Посмотри на этот лифт. Здоровущий. Ты бы могла написать об этом шикарную статью. О, увидел. Могла бы, только вряд ли бы кто поверил. Ну, можно фотки делать. У меня с собой нет фотика. Жалко, что не взяла. А я заскринил. Погнали. Опа. Как думаешь, спокойно. Почему Сэм не пришел сразу к тебе? После того, как Рейф его освободил. Я думаю, он хотел сначала выяснить все, что Рейфу известно про Эвери. Плюс ему нужно было время, чтобы выдумать ту байку про Алькасара. Если б я только навел справки. Сэм, ну нахрена, ну зачем? Совсем скучно было в тюрьме, приключений захотелось, да? Эх, Сэм, еще. Ну ладно. Так. Прилагаем между. Ага. Гоним! Бля, отлично. А лебедка есть? Лебедки, наверное, нет. Еще одно безумное приспособление. Сюда даже машина поместится. Надеюсь, клёво. Это уже работает. И надеемся. О, там тоже, что ли? Сражение будет с бочки. Челы. А, подожди, его опустить надо. Вылезаем. Так, осмотримся. Конечно, нет. Было бы слишком просто. Колесо еще крутится. Окей. Либо мы починим эту штуку, либо придется карабкаться. Головоломочки. Идем глянем. Так, что у нас тут? Я! Так, лебедка. А, у нас, значит, лебедка есть все-таки. Окей. Так, тут можно полазать. Можно полазать. Назад я запрыгнут. Да, отлично. Потому что... Ага, тут лебедыч. Здесь ничего не припрятали. Не бегай, ищи. У. Под мини-водопадами. Пошли тогда. О, давай запишем. Шестерни не соединены с колесом. Получится? Это мы сейчас выясним. Да, наверняка. Чё он такого записал? То и записал? Соединить шестеренки? Впечатляющее инженерное решение для кучки пиратов. По всей видимости, тестировали на пиратах второго сорта. Так, давай посмотрим, что будет, если мы сперва... А, в принципе, ничего не будет, потому что эта штука должна, в принципе, сначала развалиться. Так что давай подкатывай машину, а потом продолжим. Так, ставим ее между. Ага, меня заглючило. У нас автомат в этом самом... В амхе. Нет. Вот так. Там, кстати, тоже можно сломать. Наверное, я посмотрю, что будет. Отойди. А ты сделаю. Сама сделаешь. Давай. Только не на меня. Нормуль. Ну как? Отлично все. Спасибо. Подожди, Ленка, давай еще в этом. Алло, ты чё не берешь лебедку? Я хотел... Нейт, может попробуешь залезть в тот дом? Нас больше не пустят. Да, я хотел ту штуку. Там тоже можно зацепиться и чё... Ну ладно, наверное, потом. Пошли сюда. Блин, вот зачем это сделали? Я мог просто зацепиться, там реально невысоко.
Тут у нас что? О! Ага! 49-й, да? Нефритовая миска. Окей. Так. Чем-то напоминает, кстати, собирание сокровищ, как собирание перышек в Assassin's Creed 2. Ты не знаешь, где они находятся, но ты их находишь случайно. Хотя связи в этом почти никакой нет, ну просто. Просто к слову. Да ничего, надо забраться выше. Так, я могу, в принципе, и туда. На крышу, наверное, вряд ли он, конечно, заберется. Ладно. Не хочу проверять, потому что торчит, видимо, он может даже и не сможет. А, я не смогу так, смотри, обязательно наверх надо. Ладно. Да, наверх он не лезет. Дым вот сюда. Да! Ё-моё. Я извиняюсь, но как-то он поздно. Как-то он не сразу это самое. А. Окей. Не сразу решается прыгнуть. Зацепиться. Почему-то потом можно обойти. Неважно. Неважно. Или важно? Неважно. Добрался? А ты сомневалась? Стой, уже и машина повернула. А я мог, в принципе... Да, да нет, так лучше. О, она сама, она сама. О, мало... Спасибо. Какая умница. Я, кажется, начинаю понимать, почему Дрейк на ней женился. Так, а дальше мы не сможем. То есть как-то ты не можешь на нее встать? Сейчас я отсоединю лебедку. Хорошо. Я подгоню машину близко. Молодец. Блин, вот лебедки, да, чем раньше держали? Наверное, вручную как-то. Так, она. А, окей. Ну ладно, давай опускаем сразу, думаю. Готовились. Подожди, а шестеренок нам не надо было? Приготовились, синич. А. Тут все просто, это же не Tomb Raider. Думать почти не надо. Над головоломками. Я пытаюсь. Кажется, лифт остановился и нас ждет. Привет. Что теперь? Может, мне а надо... что стоим? А, нормально. Ну да. Береги. Да ё. Прячься за машиной. Попробую их обойти. О, под зад. Все что ли? Где еще? Да ё. Да ё, да где ты? Вы. Не где-то. А, я же могу залезть. Бедная Елена. У. Так, прячемся. Как ты уже там оказался? У. Так это плохо. Готов. Кто, блин? Отлично. Ёшкин, да как я его за... Как я про него мог забыть, блин? Дай... А! Рука дергается. Давай сюда. Куда ты гранаты кинул? Молодец. В машине появились дырки, ладно. Я вперед.
Да ё! Да не туда! Да вниз давай! Фух! Ай, блин! Да ёшкин! Он за лифт зацепил? Что? Не приставай к моей жене, ну к его жене точнее. Так, тихо. Да вы задолбали. Я гранату докинул до туда. Да, хорошо кинул. А. Да темно, ё-моё. Да чё ты? Слезай. А, фу. Залезай. Ещё кто-то стоит, блин. А. Тихо. Чё, Елена, я немножко занят был. Так. Окей. А, у меня... Я снайпер куда? А нахрена она мне? Можно сменить? Ладно. Будет еще кто-нибудь? А зачем тогда это самое? А, сюда. Сейчас. О, да ты же... А, фу, хорошо. Я хотел обвинить его, что ты же поднимался. А нет, Рафику хочу. Да ё! А еще, ах ты, тварь! Ой, снайперка у меня взялась. Нормально. А, так. Так, Лен там тоже стоит. Ёшкин, ну ёшкин. Твою налево. О. Так, туда я могу прыгнуть как-то? Наверное, нет. Где встал, а? Да где ты встал сам? Да слышь. Так. Да ё-моё. Куда они берутся-то? Ай, снайпер. Ай, снайпер. Ай. Фу. Держи. О. Нормально мажем. Спокойно. Так. Ну ладно, давай. Да. Ё-моё. Так, теперь туда смогу запрыгнуть. Ой, была не была. Фосса, классная вещь. Да ё, откуда? Стой, надо подумать. Так, сзади никто не стреляет, да? Да, стреляет. Да ё! Не вижу. Так, ладно.
нем гранатки нет. Давай, кинь гранату, рискни. Кто-нибудь. Ха! Куда ты пришел? Хрена. Ай, не откинуть! Ёшкин. Или я опять не на ту кнопку, потому что F и G там вместе рядом. А. Мимо. Не, ни хрена он не берет их. Все это байки. Хорош в Лену стрелять. Да бля, да тихо. Ты где? Блин, дурачок. Сейчас. Так, мне прям туда надо бежать. Лена, держись. Спасатель уже в пути, блин. Ух, ё-моё. Ха. Охренеть. Это кто кому помог сейчас? Окей. Ладно, я мог там полутаться, но, в принципе, че лутать-то? Погнали. Ты поведешь. Да ну! Ты же сама неплохо водишь. После всего, что было, мне надо передохнуть. Туда едем как раз. Ну что, заслуженно. А нам можно было гранаты кого-нибудь взять? Ладно, неважно. Я тут подумала, чтобы все это построить, нужно было потратить кучу денег. А вдруг от сокровищ ничего и не осталось? Нас тоже мучил этот вопрос. Ха-ха. Подожди, ладно, я слезу, дай. А, да, я слезу, блин. Не хочется такие места пропускать, знаешь? Знак Тринити? Что? Так, ничего, там нет никакого сокровища. Ничего плотного. За рифтом. Как мы далеко от... той... А, типа, если нам надо туда, то как-то далековато. А может, и не надо нам туда. Такое ощущение, что мы едем немножко кругами. О, я столько лет наиграл в Need for Speed. Я смогу хотя бы чуть-чуть проехать. А плюс... В смысле, ты куда хочешь? Мейт! Ё-моё, тихо. Мы застряли. Нормально. Так, сюда только можно. Ух ты, ё-моё. А, фух, отлично. А, вот так. Все под контролем. Вот видишь, я же сказал. Да что ж такое, Нейт? Куда ты убежал? Красиво. Мы уже близко. У тебя случайно нет во что переодеться? Есть. Супер. На самолете. Не супер. Приколистка. Мы можем проехать через шлюз. Куда? Типа... А, подожди. Только я оставлю тачку здесь. Посмотрим, где можно проехать. О! Это для чего-то да сделано. Мне надо туда. Так, сейчас все будет. О, смотри, как профессионально. Так. Окей, крутим. Ну, поехали. Течением не собью... я отпустил, что ли, как-то? А.
А я думал, тут воду задерживает что-то. Лена, проезжай. А, там камни. Ясно, понял. Попробую другой. Интересно, а если бы я сразу сделал другой, что-то я туда прыгнул. Откуда мы туда залезем? С машины? А-а-а, ты смотри, блин, сейчас. Не нужно мне ваших подсказок. Я все понял. Как раньше без да, без подсказок играли люди. О, как! Стоило ожидать. Фух. Было бы больно, но не нам. А за второй дверью? Лена, берегись. А, нет большого течения, я ожидал. Здесь вроде ничего. Отлично. Йоу. Да хорош ты прыгать, залезай в машину уже как надо. Порядок. На время, что ли? Интересно. И как нам перебраться? Далеко собрался. А как нам перебраться, узнаем уже в следующей серии. А пока что спасибо тебе за просмотр. Всем хорошего настроения, всем большой удачи и всем пока.